закончу и не будем все сказывать. Так скоро все удалось двигать. Чекало же единственного плана, то есть на месяц. А там-то турать, это уже ну, по вот та честь яйца ли нема. А было еще так. То был потенциальный фортик. Застала это дольня, вот дольня, а то есть подземная, которая там, ну там, а то есть та гурна, которую уж нема. Но боюсь вот он по центру, вот. То есть там. Вот есть. Форте. Ну, на тим ми кончили, коли наше. Добре. Приїхало керівництво. Їду зараз по роті. Хіба пойду тей дороги, а не там так. Замітим, да, нас пробували вигнати, но сльозно чуть ли не об'яснив, вернее, это мы, конечно, шутим насчет сльоз. Мы объяснили, что проводим, что мы никакая не комиссия, не будет какая-то ревизия, чего боятся реконструкторы и строители. Мы просто в частном порядке желаем осмотреть все, что возможно, не посягая, как говорится, на качество работ, которых, в общем-то, нам трудно определить еще и так далее. В общем, друзья, сами увидите, приглашаем вас к просмотру и надеемся, он вам будет интересен и приятен во всех смыслах. Всего доброго. Подписывайтесь на канал и следите за новыми нашими фильмами и, так сказать, обзорами, как историческими, так и документально-историческими. Вот так вот выглядит форт Дунковички. Отведили мы, можно повидеть, навколо его цалы. Были не в турых помещениях, а не барза. Видать же на гуже, то еще бенди отбудована цось. Но зробит объект так и туристичный. Ну, какой-то там план. А то есть местовость, и он, вижу, хиба, что там написано. Не, там зловили. Ну, добро, жигнам и форт. Где мы? С поворотом на трассы, чтобы доехать до Пшемысля. Пшемысль то там, колец. Ну, вот целый-то. Ну, на своих Жеховице, то было, видишь, вспомняно здесь. А то, видишь, мало-мало крентися тим слупок. Ну це зробимо остатні кілька днів з тим бакфорту. Місцевість Ожеховця.
не заходиться уже хлопцы. Як-то всі поїхали, то мам надіюсь, що дорога провадить десь. Може бути. Варто було б мені би вручити там до того, і щось ще щось думковічки. Але уж, як направда, то може нема сенсу. Там ось костіл там не забитковий. Мене їм где-то мене запровадили. Вже хлопці. Як то їздять самоходи. То забачимо. Где мы пришли в Зиховце? Сама весь помню где-то на доле. Там есть пшемыши. Ну, то есть пшемыши. Но мне так видается, что я тут трохи бенде себе скомпликованно. Хиба я вру себе. Видите, хіба я вруце, вруце. У мене він где-то друга права, чи я вийду тут на траси. Ще трохи пшедіми, тоді здецидуємо, чи нам їсти, чи прибинді там щось, за тим погорком. Не, хіба треба вратити. Але забачимо, де він поїде. Ось около 12. Мушу до другої вручити. Принаймні. Місце. Раце. То є вон траса. Ну це то хіба не варто. Добре, ще раз ідемо отцям. Ще раз ідемо з поворотом. Не видається. Якби не було зв'язане. Ружними справами вдома, то пошедним би. Ну а так як нам вратить якнайшибше, зараз уж, то вратим по той старій дорогі, коли шедлим до того форту з Дунковічки. Тобі ще раз вийдемо в Дунковічки. Или ветраку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ветраку. Кілька вредимы. С того нашего дома.
назад можно ловить. Баланчим.